всегда ищете баланс между противоречивыми вещами. Зачастую такая тактика позволяет достигнуть успеха. Однако 2016 год настоятельно рекомендует изменить стиль вашей жизни. Будьте более уверенными в себе, определяйте цели и стремитесь к ним. Только так можно будет достичь успеха. В январе астрологи обещают, что близнецам предстоит пересмотреть свои планы. События, что войдут в водоворот вашей жизни, заставят круто поменять свои взгляды на все, что вас окружает. Вы будете присматриваться к новым горизонтам. К этому можно отнести и те дела, которые вы избегали по некоторым причинам, боясь, что не справитесь. Однако в этот раз все получится, и вы сможете выполнить предстоящие задачи безукоризненно. Февраль 2016 года для близнецов может начаться с некоторых неприятностей, что попробует вас выбить из колеи событий, которые вы сами себе наметили. Однако не стоит реагировать на весь негатив, а просто качественно выполнять свою работу дальше, и все пройдет само собой. А вы сможете извлечь из этого лишь выгоду. В марте обезьяна сулит вам множество спокойных моментов и приход романтики в будничную жизнь. У многих близнецов эти отношения могут стать больше, чем простые встречи. Предположительно, вы встретите свою судьбу уже в конце марта или же в начале апреля. При этом гороскоп предупреждает, что ваше недоверие к партнеру может все испортить. Извлеките из этого урок и научитесь доверять. Это поможет вам в дальнейшем. Не стоит помещать вашего партнера в золотую клетку. Избавьтесь от напряжения и отправьтесь на природу. Отдохните от суеты, предайтесь приятным мыслям. Если вам требуется выполнять работу, просто можно взять свой ноутбук и пойти работать в парк. Конечно, такой темп не поможет заработать множество денег, но зато вы сможете отдохнуть и обрести покой. Летом близнецов ждет много различных событий, как обещают астрологи, поэтому накопите сил и энергии. В июне начнут посещать мысли, что пора сменить работу. Не помешало бы записаться на какие-то курсы и получить новые знания. Такие мысли у вас вызовут некоторые обстоятельства, но обязательно следуйте спросить мнение у своих близких. Не делайте поспешных решений. Во второй половине лета исчезнут мрачные мысли, и можно будет смело приняться за отдых. В этот период у вас намечается всплеск любовных приключений. Если вы хотите свадьбу, то сейчас именно тот момент. Именно в конце лета закладываются основы крепкого брака. Даже те близнецы, которые не ищут себе пару, подвергнутся шквалу восхищенных взглядов, подаркам поклонников, флирте и комплиментах. В этот период хорошо накопить положительной энергии, которая потом будет помогать вам в дальнейшем. Романтика перейдет с лета прямо в осень, но здесь ее постепенно начнет вытеснять работа. В этот период ваше начальство заметит рвение и талант, который вы проявляете в работе. Вас ожидает приятный финансовый сюрприз. Теперь вы сможете совершить покупку, о которой мечтали на протяжении долгого времени. Конец осени и зима 2016 года принесут близнецам успех в бизнесе. Вы просто-таки будете купаться в аплодисментах и комплиментах. А если вы человек творческий, вы этот период сможете создать прекрасный шедевр.